Скейт-парк в Анапе – место популярное и никогда не пустующее. Молодежь курорта давно облюбовала площадку для активного отдыха. Ролики, скейтборды, велосипеды и даже самокаты. На чем только не катались здесь юные любители острых ощущений. Культовая площадка стала местом проведения спортивных и патриотических мероприятий. Анапский скейт-парк совсем недавно отремонтировали. Капитальный ремонт под личный контроль взял глава курорта. Но обновленной площадке ребята радовались недолго. В ночь с 7 на 8 ноября произошел пожар. Станислав Колесников заметил первые признаки возгорания и известил пожарные службы. Я в субботу, да, кажется, это было вечером, играл в баскетбол вот, на площадке по соседству. И уходя, начался дождь, вот, уходя, я заметил дым, вот, и позвонил в пожарную. Я увидел, что дым вот идет из-под конструкции для катания. Как я к этому отношусь, не знаю. Как можно относиться к вандализму. Жители курорта и гости нашего города, глядя на последствия пожара, сходятся в едином мнении. Варварски у нас ко всему относятся, ничего не берегут. Это вообще процесс вот этот. Народ любит все уничтожать. Взрослые. Это вообще, это мания. Потому что это легко. Молодежь Анапы озабочена произошедшим. Отрицательно отношусь к таким действиям, конечно. Лучше пусть молодежь занимается спортом. По заверениям начальника управления по делам молодежи Владимира Тельнюк, площадка ни в коем случае не перестанет функционировать. Скейт-парк вновь откроют в самые кратчайшие сроки, как только уберут мусор. На месте пожара уже приступили к уборке. У нас есть уже площадка воркаут, разборная, которую мы здесь поставим на свободном месте. И нанесем разметку для соревнований по велосипедной езде, по бегу, каких-то тренировок. То есть то, что можем сделать сейчас. Это все будет функционировать в полном объеме. Возникает справедливый вопрос. Что же будет на месте скейт-парка? На этот вопрос ответили в Управлении архитектуры и градостроительства города-курорта. Данный земельный участок входит в зону озелененных пространств рекреационного назначения. Никаких объектов капитального строительства, связанных, там, например, с многоквартирным жилищным строительством или каких-то иных, не предполагается. Данная зона предназначена для размещения объектов спорта. Скейт-парк будет восстановлен, может быть, в таком виде, может быть, видоизменен с добавлением каких-нибудь элементов типа воркаута и так далее. Но, к сожалению, после пожара времени прошло недостаточно много, чтобы мы разработали достойный проект. Но пока предполагаем именно размещение объектов спорта. Разобраться в причинах пожара, уничтожившего спортивный объект, задача правоохранительных органов. Городские власти в ближайшее время займутся обустройством этой территории для дальнейшего использования по назначению, занятий спортом и организации досуга молодежи.